Минеральные источники Боржоми были обнаружены более 1000 лет назад. Об этом свидетельствуют найденные в начале 20 века 7 каменных ванн, датируемые началом первого тысячелетия нашей эры. Судя по всему, в те времена эту воду использовали именно для купания, а не для питья. Затем источники были снова надолго забыты, а места, где они расположены, заброшены. Вторую жизнь источникам, на удивление, дали военные. В 1829 году в Боржоми был расквартирован Херсонский гренадерский полк. Однажды солдаты нашли в лесу на правом берегу реки Боржомки источник минеральной воды. Полковник Попов заинтересовался, велел его расчистить и возить воду в бутылках в полк. Страдая заболеванием желудка, он первый опробовал на себе действие минеральной воды, которая оказалась столь благотворным, что он приказал обнести источник камнями и построить недалеко баню и небольшой домик для себя. В 1837-м Херсонский полк был сменен полком грузинских гренадеров. Полковой врач Амиров начал исследовать состав и действие минеральной воды из источника. Он же послал первые пробы воды в Петербург и Москву. Вскоре вода стала уже настолько известной, что наместник царя на Кавказе привез на лечение в Боржоми свою больную дочь. Чем она страдала, история умалчивает. Однако вода ей сильно помогла, в честь чего наместник и назвал первый источник Екатерининским по имени дочери, а второй, найденный и благоустроенный к этому времени, Евгеньевским в свою честь. В 1850 году в Боржоми был разбит парк минеральных вод. Чуть позже начато строительство первого разливочного завода. Тем временем слава о целебных источниках облетела уже всю Россию. Боржоми стала расти. Строились новые дворцы, парки, скверы, гостиницы. Проведенная в 1894 году железнодорожная ветка от Хашури до Боржоми значительно улучшила сообщение. До этого ездили в фаэтонах, запряженных лошадьми. И путь из Тбилиси в Боржоми занимал порядка 8-9 часов. В конце 19 века в Боржоми появился первый стекольный завод. Бутылки там выдували вручную до 1950 года. Советизация Грузии популярности источнику не убавила, изменилась лишь элита и статус отдыхающих. Романова сменил Сталин, который тоже очень любил эту воду. Кремль не проводил без Боржоми ни одного мероприятия. Оттепель 1960-х годов дала Боржоми еще один шанс приобрести имя за рубежом. Тысячи бутылок экспортировались в 15 стран мира, включая США, Францию, Австрию, а на территории СССР эта вода была самой популярной. В лихие 90-е производство сильно сократилось из-за внутренних экономических трудностей в Грузии. Но начиная с 1995 года, когда компания Georgian Glass и Mineral Water возобновила производство Боржоми на двух разливочных заводах, производство воды выросло в 40 раз. И сейчас этот богатый дар грузинской природы знают в 30 странах мира.